Всем привет, Оля. У нас обед. Вкусный. Да, Кирюш? Да. А что у нас? А ты что, вилкой не это? Не будешь вилкой? Значит, вилки, две у меня вилки. Мы переехали сегодня, там у нас солнышко на кухне. Вообще невозможно сидеть в комнату. Да как же? Тайсон заглядывает. У нас сегодня, короче, на обед пюрешка с подливкой. На тебе какой чай? Кофе? Огурчики. Соленые, не? Зеленые. А ты? Ну, ты ж не заберешься с подливкой. А хлебушка. Может, хлебушку будешь? Давай. Ты будешь? Да. Батон себе возьми. Что я очень есть, мама, хочу. Каждый весь день не ел. Давай. Даже на, ну, там, чтобы поесть быстрее дома. Да. Хочу видеть, как он будет есть. Как всегда. Хочет очень сильно есть, но ест очень медленно. Сейчас покушаем, сделаем уроки. Ну, пойдем на улицу гулять. Сегодня просто обалденная погода. Солнышко. Папа туда. Это какой вчера хлеб принесли? Свежий. И вот он, как я его несла, вот так вот. Что-то я даже пакет не взяла. А что я не пакет? Пакет не взяла. Мы пошли за водой воду покупать в бутылях. И я вот так вот сжала как-то. И все. И он в сжатом состоянии у меня и домой пришел. Идем кушать. Кирилл, потом нальем. Сейчас. Чудо, Юда, рыба-кит. Хоть еще и зимы нет, но я все равно открыла соленые огурцы. Сейчас. Сейчас все остынет. Кирилл, я же сказала, потом. Да какой потом, мам? Сейчас ты себе тоже помою. Сейчас, секунду, я помогу. Когда? Ну, когда я, ну, их взял, ну, туда. Кислые червячки. Кислые червячки? Угу. Молодец. Кирилл, как кофе мне... Ой, кофе, чай зеленый сделал. Смотрите, какой у меня крутой. И себе... Смотрите, вот такой. Растворимый напиток с ароматом клубники. Мак Чоко. Ах, клубника. Клубника реально пахнет. Так, клубника со сливками, да, вкусно? Вкусно. Давай попробуем кушать. Вкусно. Я не хочу. Давай кушать. Хлебушка. Будем мы чай пить с овсяными печенками. Кирилл захотел. Ешь давай. Мне вообще мешается здесь. Сейчас сюда поставлю. Угу. Подожди. Я тебе сюда вот так вот суну. Вилку. Ешь. Всем приятного. Аппетита. Кто кушает? Угу. Либо кто собирается. Тайсон как будто сроду не ел. Угу. Он ходит разные вкладушки. Ешь огурчики. Всё, не надо. Духи сюда. Ешь. Очень чем быстрее вкусно. Мы с тобой уроки сделаем, чем быстрее мы на улице идем. Мы решили сегодня Тайсона выгулить. Я долго выгуливал, два раза. Угу. У меня помощник. Да? Угу. Картошка в этот раз у меня получилась густоватая. Нет, нормально. У меня осталось мало молока.
Я туда добавила яйцо, картошку, яйцо и майонез. Я всегда так делаю, так нежнее почему-то получается. А, и масло еще сливочное. Боже, что он там делает. Мама, там же моя раскладушка. Что он там делает? Кирилл, ты есть хотел сильно? Хоть бы он не замусолил мой сапожек мой. Кирилл, ты сильно есть хотел? Давай кушать. Угу. Угу. Нет, все, улегся. У меня зуб выпал. Да, у него зуб позавчера выпал. Ему фея принесла 150 рублей. Я уже в прошлом видео говорила, куда она хотела их потратить. Скажи. Но не получилось, мама сходила и обменяла. Не обменяла, отдала. Энергетик. До 18 лет. Мне деньги вернули, конечно же. И дачу за энергетик дали, и потом еще дачу дали. Весело как. У нас у Кристины сколько сегодня уроков? Еще один урок остался. Ну ты когда ее... Он опять до... Два урока. До лампы добрался. Два урока. Даже тут спокойнее, не это. Уйди отсюда. Два урока у нее. Сейчас один урок. Ну у нее всего 6 уроков уже сегодня. Да. Так. Я хочу прочитать один комментарий. Он достает реально мою лампу. Вы посмотрите. Что там делаешь? Иди говори отсюда. Покушается на лампу на мою. Она так-то еле уже дышит. Так, вот. Комментарий. Ольга Мызникова мне написала. Большой привет тебе. Добрый день, Светочка, вас плохо слышно. Может, какую-нибудь петлечку с микрофоном надеть, как у журналистов-корреспондентов. Спасибо за рецепт теста. Еще рецепт для удобства пиши в описании под видео. Жаль, что ролик был коротким и оборвался неожиданно. Вы даже не попрощались с нами, подписчиками. От меня лайк и подписка с авансом. Спасибо. Просто некоторые видео, да, у меня выходят по нескольку раз в день. И я... По нескольку раз в день выходит видео, и на последнем видео я всегда с вами прощаюсь, потому что, блин, я как я с вами попрощаюсь, когда я могу в любой момент в это еще видео выкинуть. Спасибо большое за подписку, спасибо большое за лайки, за комментарии. Вы, самое главное, вы затемняете тех людей, которые пишут гадости. Спасибо вам огромное за обратную связь. Очень приятно, что вы меня смотрите. Да, вот так. Что у нас там, что за гуд? Так, и еще насчет микрофончика. Я думала об этом, даже я смотрела в Яндекс.Маркете, либо в Валбересе заказать микрофон. Такой, ну, вообще, тут вот с проводом написано. Я смотрела еще такие вот беспроводные. Не знаю, хорошие он, не хорошие. Ну, в принципе, что за 1500 он... Ну, наверное, стоит попробовать. Так. Так. И еще мне вчера под видео одна женщина написала такой комментарий. Где мы у нас Кирилл, с Кириллом мукбанг. Да, Кирюш? Угу. Он баловался, как всегда. И я такая сказала: Кирилл, сейчас я выключу камеру и она подумала, что я сейчас выключу камеру и его отлупасю. По самому не хочу, чтобы он сидел как миленький и ел. Если честно, эта женщина, мне кажется, там, я не знаю, пусть, наверное, своих детей нарожает и уже воспитывает их, а не меня. Как бы я могу выключить камеру и Кирилла лишить телефона. И тогда он идеальный ребенок, он просто все съест, он будет мне помогать, да, Кирилл? Вот как я у тебя отнимала как телефон. Мама, давайте массаж сделаем. Мама, давайте я это сделаю. Мама, давайте то сделаю. Вот. Так вот, что она написала мне. Поищите в интернете другой метод воспитания, а не бить никого, особенно детей.
Нормально. Нормально. Я отвечаю, да ладно, интересно, где вы увидели, что я бью кого-то? Больная, говорю, какая-то вы женщина. Мы вообще-то едим. Да. И ты кричала в начале видео, как я есть хочу, умираю, сейчас умру, под столом буду валяться. Ну, ну прямо, ну ты так кричала сейчас, я хочу кушать, сейчас вот сейчас все. Короче, я пока разговаривала, я уже наелась. У меня уже желудок сам себя съел. Не наелся. И собака не пролезет. И просто офигеть. И это мой взгляд вот такой вот. Вот такой взгляд, да. Никуда от него не деться. Я на всех так могу посмотреть. Ешь давай. Да. Нельзя. Мама там карандаш ест. Да лежит он. Да вот. Вот этот карандаш. Он лежал. Положи на место. Блин. Вот сейчас взял карандаш, кинул. Ну что вот? Нормально? Тайсон, уйди. У нас Тайсон здесь гость в этой комнате. В общем, все, я наелась. Уже я есть не хочу. Кирилл будет есть 100 лет. Поэтому, как всегда, мы будем с вами прощаться. Даже печенье не буду открывать, да, Кирилл? Но... Потому что мы все наелись уже. Ну, боже. Ну, а это? Это я съем. Давай пока печенье открывай. А там еще много комментариев про манты. Про манты. Манты. Про манты. Манты. Я не могу. Кто-то пишет, значит, манты, манты. И что, так не говорят манты. Кирилл, давай не будем баловать, пожалуйста. Говорят манты. Ну, в Википедии написано, в Википедии, написано, что... и так можно говорить, и так правильно. Нет единого слова манты. Нет. Кто-то говорит вообще тефтели, а кто-то тефтели. И все прекрасно у всех. Так, вот такие вот печенюшки. Все. Ну и что, ты будешь прикуску с картошкой? Ой, блин, это обычное. А есть еще с изюмом, с клюковой, с чем? С орехом, с миндалем, со вкусом топленого молока и шоколадных кусочков. Я обожаю с шоколадными кусочками. Надо, может, сказать, будешь пусть заедет кофе. Еще такие? Угу. Такие же? Шоколадными кусочками только. Я не понимаю, почему так ребенок сначала изначально хотел есть, 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 есть хочу, а сейчас он не ест. Ну, сейчас все вывалишь. Капец. Это я дам Тайсону на полдник. За что? Нет, вкусные. А все печенки вкусные. На, они сколько стоят? Нет? Мои уже не хотят пельмени есть. Я их накормила в такой степени, что... Мама мне 20 положила. До такой степени я их обкормила этими пельменями, что уже у них вот здесь вот все стоит. Они реально не хотят уже их. А у меня попало, знаешь, что? То есть одно. Они классические. А это уже вкусы пошли. 6 вкусов.
Ну, у меня такой выплат. Ну, у тебя обычный. Классический. Так, ну все, будем на этом прощаться. Потому что он уже печенье ест. Картошку, наверное, он будет есть за кадром. Нет. Да. Ты не настоящий мукбангер. Почему ты не ешь нормально? Вот сидит, смотрит по сторонам. Угу. То ходит туда-сюда, чаи наливает. Я ж вспотела вся, я не могу ее прям аж... Или все, лицо аж блестит. Все, Кирилл, ну не надо. Ой, все. Всем спасибо за просмотр. Кто ставит лайк, спасибо вам огромное. Кто пишет комментарии, есть обратная связь, это вообще чудесно. У меня уже сколько дней назад 100 подписчиков было, да? Первая сотка. Нет, сейчас уже 180. Я думаю, будем расти. Расти. Спасибо вам огромное за это. Меня дочка учила. А, вот так вот. Вот сердечко вот такое вот можно. Вот так. С этими, с крылышками. Ангельское сердце. Спасибо вам большое.